Обстоятельства этого дела устанавливать слишком долго не пришлось. Неприглядная картина, как у всех бытовых конфликтов. Мать, проживающая в небольшом двухкомнатном блоке в одном из общежитий Гродно с сыном и дочерью, а также двухлетней внучкой, как-то раз после работы разругалась со своими детьми и, вероятно, решив, что как глава этого маленького семейства может себе позволить рукоприкладство, побила сына и дочь разделочной кухонной доской. И, возможно, этот эпизод из жизни семьи со статусом «социально опасное положение» достоянием общественности и не стал бы, как и многие до этого, но под удар бабушки попала двухлетняя внучка. Девочка получила ушибленную рану в области головы, которую квалифицировали как легкий вред здоровью, а бабушка – повестку в суд за свое поведение. Заседание было принято сделать выездным, не все свидетели могли явиться непосредственно в зал суда, а осветить детали этой истории перед широкой общественностью высокий суд счел необходимостью, чтобы другим было неповадно. Данное судебное заседание было принято решение рассматривать в выездном судебном заседании для освещения именно ситуации конфликтов, происходящих в семьях, в связи с тем, что в настоящее время очень часто происходят конфликты на бытовой почве между супругами, детьми, родителями, и в ходе данных конфликтов могут произойти такие вот тяжкие последствия. Это дело было решено придать огласке в связи с целью профилактики именно совершения вот данных преступлений, чтобы граждане вели себя более благоразумно, не допускали совершения семейных конфликтов, не применяли насилие друг в отношении друга, потому что это может закончиться тяжелыми последствиями. Бабушка Дебашир избежать наказания не смогла. Приговор суда – 200 часов общественных работ.